Всем привет! Меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами поговорим о том, как можно себя вести в какой-либо ситуации, как нельзя или как не нужно. Итак, если вы идете, и по дороге вы встречаете дохлую кошку. Ну, говорят, что это к несчастью многие. Что нужно сделать? Это вот как какое-то, может быть, знамение, да, увидеть дохлую кошку. Потому что все вы знаете, кошек обижать нельзя. Вообще животных ни в коем случае нельзя обижать. Потому что это природа. И мы часть этой природы. И если мы начнем с этой природой бороться, то есть обижать животных, или, может быть, засорять реки, озера, ломать ветки, еще что-либо делать против природы, поверьте, эта природа сыграет против вас. Вам никогда не будет вести, никогда не будет счастья в этом, на этом свете. Вот поверьте. Но все-таки возвращаемся. Если все-таки вы повстречали на своем пути дохлую кошку, что нужно сделать? Нужно через левое плечо поплевать 3 раза, сказать «тьфу-тьфу-тьфу» 3 раза. «Не моя зараза, не моя, не мамина, не папина, не моей родни». Вот такую присказку можно сказать 3 раза и спокойно идти домой. Поверьте, это очень сильная присказка, это можно назвать шепотком, как хотите, называйте. Но многие сейчас улыбнутся и скажут на детскую считалочку какую-то. Похоже, действительно, очень многие в детстве это делали, потому что наши бабушки и прабабушки учили нас этому. В детстве казалось, что это такая веселая считалочка, но поверьте, это серьезные слова, это действенные слова. Пользуйтесь во благо. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Надеюсь, оно было для вас полезным. Лайк поставишь, здоровье, счастье, любовь к себе приманишь. Аминь.